Ну давай на завтра или на субботу. Давай на завтра, на какое время? Ну давай на 10 утра. Пока ты там не сидишь. Ну давай, окей, на 9 утра. Я на 9 утра записываю себе. Давай, пиши себе на 9 утра, у нас это 4 дня. А как вы его нашли? Он сам у нас нашел или вы его нашли? Да, он нас нашел, он мне подстрелил. Угу, хорошо. Я так поняла, что он в другой офис обращался. Угу. Там как бы то ли не дозвонился, то ли не могли внятно что-то ответить. Угу. Ну сейчас ты знаешь, вообще очень сильно вот последнюю неделю прям конкретный спрос с Украины именно людей, вот покупки бизнесов, покупки недвижимости, то ли опять предчувствие какой-то беды новой экономической у вас там, я не знаю. То ли люди уже просто дождались лета и сейчас начали активно этим интересоваться, не знаю. Прям каждый день звонят, причем так люди видно, что с деньгами, серьезные предприниматели. Ну, у нас есть курс доллара, люди покупают валюту. Угу. У нас достаточно упал курс, и люди покупают валюту, и думают на вклад. Ну, хорошо. Ну хорошо. Завтра в 9 мы созваниваемся. Да, завтра в 9 созваниваемся, да. Угу. Все, хорошо, давай. Ну все, давай, пока.